Привет всем. Тут у меня старшенький сынуля приезжал в день матери. Привез опять всяких орехов, фруктов, всего-всего. Орехи кедровые, целый такой пласт. Я даже не знала, что в таких пластах он продается. Грецкие там, какие-то самые твердые орехи в мире. Такой вот второй раз уже, если бы не он привозит, даже бы и не попробовали, наверное, никогда. Вот такие кедровые орешки он нам пластинку привез. Грецкие, ну там все. Вот, друзья, второй раз он нам такие привозит орехи. Забыла, как называются. Самый твердый, оказывается, орех в мире вот этот. Его ничем не расколотишь, не это. И самый дорогой, и самый полезный. У него все похоже такое самое-самое. И вот, когда первый раз он нам привозил, я вот увидела, не знаю, вам видно ли, как надрез, или я думала, они как спеют, и у них это появляется. Оказывается, для производителя нужно, прежде чем они в продажу пускают, они каждый орех вот такие надпилы делают, чтобы потребители могли вообще их скрыть, эти орехи. Вот насколько они твердые, их ничем не раздолбишь. У них, видимо, специальное еще оборудование, чтобы эти надпилы на каждом орешке делать. И все же это дорого, такая процедура нелегкая, мне кажется. И сейчас я... И вот каждый пакетик, вот он нам привозит. Вот привез, вот только мы уже отсюда поели, было побольше, но я к тому говорю, что вот и в тот раз привозил там, они в каждый пакетик, вот кто берет, вот такие ключ кладут тоже, ну где покупаешь, и вот в это отверстие нужно вставить этот ключ, и вот так вот он открывается. Ну вот тут еще, видите, он как бы раздвоился на две половинки. Можно достать ножиком, но я не буду это сейчас делать. Потом, а некоторые открывается, он целый там остается. Но если без этого надпила и без этого ключа туда не проникнуть, самый твердый, самый полезный и самый дорогой орех. Вот забыла, как называется, как там, ну, в общем, врать не буду. Вот, оказывается, такие существуют, а мы не знали даже. Вот он нам открыл тайну. Вот, друзья, этот орех, вот этот такой ключик, который кладут в каждый пакетик, когда покупаешь эти орехи, иначе замучаешься вскрывать. Сейчас сноха у меня была, мы с ней еще в интернете посмотрели. Сведения об этом орешке я вам сейчас скажу. Мне просто самой было любопытно. Вот второй раз я его буду употреблять в пищу. Сынок мне привозит второй раз. Ну, нам, не мне, с мужем. Вот. Орех называется макадамия. Второе название у него — австралийский орех. То есть, само за себя говорит, этот орех растет в Австралии. Он самый твердый, самый полезный. Он считается королем среди орехов. В нем содержится огромное количество жиров омега-3, снижает уровень плохого холестерина, нормализует работу нервной системы, считается самым капризным из ореховых, я так поняла. Подвергается часто нападению всяких вредителей, которые портят это растение. Ну, за ним, короче, надо глаз да глаз выращивать. Видимо, его не так-то просто, довольно сложно. Начинает плодоносить только на 10-й год жизни, не раньше. Это вот мы яблоню ждем, дождем. Они там на 6-й, на 7-й год, кажется, так долго. Вот этот орех на 10-й год только начинает плодоносить. Считается одним из самых калорийных орехов. Орехи сами по себе считаются калорийным продуктом. А вот он один, самый-самый из них калорийный. Скорлупа у этого ореха тверже бетона. Вот из-за этого его так просто не вскрыть. Орех этот очень полезен для человека, но токсичен, например, для собак и кошек. Прежде чем его пустить в продажу, производители специальной машиной проделывает прорезь
в скорлупе, в каждой причем. Представляете, какой это труд огромный для удобства вскрытия ореха. Вот такие надпилы, надрезы видно. Иначе его не вскрыть. Скорлупа тверже бетона, вот как это. Не знаю, меня вот это поразило, растение, его плоды не оставило, так скажем, равнодушной. И я решила поделиться вот этой историей с вами. Возможно, кого-то это тоже удивит. Вот смотрите, как надо вскрывать. Вот так вот ключик я вставила. И повернуть. Даже так и то. Ну, тут так получается. Вот он, орешек. Тут вот я два открыла, они наполовинки распались. Ну, я потом ножиком остреньким. Тут вот тоже, видите, немножко раз... тоже достану. Вот этот ключик продавцы кладут в любой пакетик с этими орехами. Когда покупаете, обязательно этот ключик входит в орехи, вот в эти купленные, складывает туда. Вот. Тоже не могу достать, просто мне не очень удобно, ладно. Орех вкусный. Конечно, когда первый раз ела, вкус показался такой какой-то не очень. Сейчас я уже привыкла к нему. И мне вкус этого ореха нравится. Ну, сегодня все. Вот такие, надо ножик принести.